Так, еще раз всем добрый вечер, уважаемые дамы и господа, уважаемые телезрители. С вами Владимир Добров. Сегодня мы с вами стартуем очередной наш матч против французов, поэтому всем бонсуа. Надеюсь, у вас все хорошо и все в порядке. И мы сегодня с вами в очередной раз окунемся вот в такое противоборство против одной из европейских стран, против французов, французоговорящих спортсменов. Добрый вечер, друзья. Да, всем привет. Мы сегодня сыграем опять-таки в трех дисциплинах. Напомню, это две партии, один мини-матч в Rapid. Значит, один матч в Blitz и в Bullet. Привет, Владимир. Привет, Дима. Спрашивает, как дела, как дети? Дети, слава богу, все в порядке, все здоровы. Спасибо. The Man Who Loves World. Так, ну что же, давайте посмотрим, кто сегодня будет нам помогать. Значит, сегодня у нас, в принципе, те же люди. Я вижу, у нас в составе опять нам помогает Николай Шух. Возглавляет пока на данный момент рейтинг-лист. Также, ну, я пока включу параллельно какую-то партию, чтобы просто шла какая-то партия. Значит, также у нас играет женский международный мастер Юлия Думчева, Кришторный Владислав, то есть уже все известные ребята, которые и девчата в том числе, которые уже зарекомендовали себя как отменных бойцов в командном соревновании. Да, значит, ну а французы, напомню, что Россия, то есть мы с вами пока всех одолели, и так же, как и португальцы, поэтому у нас еще предстоит, ну, сегодня, если мы еще будем надеяться, все у нас будет хорошо, так по составу мы достаточно мощно сегодня тоже смотримся, не должно произойти каких-то супер-пупер, как говорят, сложностей, поэзии, но кто знает, расслабляться ни в коем случае нельзя. И у нас, безусловно, предстоит самое интересное, это матч против Португалии. Это будет следующий уже пятницу, и будет весьма забавно. Значит, Slippery Inc. привет тоже. Всем привет. В общем, ребята, надеюсь, что сегодня будет хорошая почва для размышлений и будет весьма интересно. Так, ну что же, пока у нас остается 7 минут, ребят. В Португалии есть ли шахматисты? Вот в чем вопрос, да? В Португалии, по-моему, пару гроссмейстеров должно быть, по идее. Хотя я сейчас сразу не могу сказать. Не могу сказать сразу, точно. Так, ну я пока вот буду делать, как сказать, заготовку. То есть я буду сразу же отслеживать наших бойцов. Первые доски. И, соответственно, и последние доски в том числе. Поэтому кто здесь находится в чатике, то есть мы можем всегда с вами побеседовать, послушайте мои бредни гроссмейстерские старые. Значит, но тем не менее, может быть, будет что-то вам полезное. Так, у нас за нас играет сегодня Комода. Классический Комода сегодня будет играть за нас. Это уже класс. Котлета с пюрешкой опять у нас. Вечерний променад с котлетой. В общем-то, есть уже о чем поговорить, есть чем закусить, как говорится. Так, гармонист 67, вот как раз его и не хватало. Играй гармонь, очень злая. То есть все у нас уже известные наши дорогие телезрители. Вадим Сергеевич пожаловал сегодня. Но вот пока французов не набирается. У нас много желающих, даже Ози Осборн даже за нас катает. Вы представляете, что происходит? Алексей Шляпкину, привет. Так,
Очень много известных торопыга. За нас играет торопыга даже. Представляете, какие у нас блестящие. Митхат с нами. Митхат, привет. Рад видеть. Митхат один из первых, кто поддерживал канал наш с Михаилом. Я до сих пор помню те слезные моменты. Господин Лесовой. Так что Митхату привет отдельно. Артур лучший. Так, Гранд Чес Блиц здесь. Ну давайте всех, короче, кого только можно. Кудесник. В общем, отслеживаю всех подряд. Так, ну что же. Смотрю еще. Привет, Ситков. Да, кому не хватает, он может за Францию сыграть все, что угодно. И в конце концов подарить очко России. Будьте правильными. Так, ну вот пока идет просто параллельно партия Эрика Хансена против Арама Акабяна. Напомню, что вчера прошел турнир, очередной тур про Чес-лиги, где наша команда просто вчера разгромила. Вчера поймали кураж, и каждый из нас просто блестяще сыграл, справился. Получились даже пару очень шикарных моментов, которые наверняка попадут в книжки. Кто, кстати, не заценил, обязательно посмотрите этот матч. Обязательно посмотрите партии. Я вот даже сегодня на своем занятии пару примеров показал. Да, и вчера мы разгромили индусов с колоссальным счетом 12,5 на 3,5. Поэтому приходите, у нас есть шансы побороться за выход в плей-офф. Пока все в наших руках. Так, ну что же, вроде как я максимальное количество людей, значит, следую за максимальным количеством людей. То есть, если кто-то там хочет, чтобы его тоже посмотрели, пожалуйста, пишите в чатик. Я постараюсь охватить всех, если успею, конечно. Но я уже так смотрю, тут у нас уже известные люди. Плохо слышно, прибавить звука. Ничего себе. Может быть, странно вообще все это. Так, а вот так вот, если я сделаю, должно быть нормально, по идее. Я не думаю, что надо что-то прибавлять, потому что надо прибавить в колонках, потому что у меня здесь оптимальные настройки. Я их не трогал, не сбивал. Полагаю, что так же все будет. Да, ну хорошо. Агрессивный гамбит. Гамбит Фрома, пожалуйста, исполни. Заставь своего противника сыграть королевский гамбит. Ну, французскую защиту мы должны все сегодня играть. Безусловно, вариант Маккетчена там и так далее, то есть Винавера, ну, не только там французов, но французскую защиту мы должны сегодня просто исполнять в каждой партии. Мы должны отдавать дань французам, и сейчас буквально с минуты на минуту все это стартует. Кстати, я, помнится, в Голландии первый раз сыграл голландскую защиту, хотя до этого я ни разу не играл. То есть надо отдавать дань тем людям, с которыми мы играем, я считаю так. Дань уважения, прежде всего. Итак, сейчас начнется. Французскую обязательно. Значит, потом вспомним защиту Филидора. Франсуа Андре Даникан Филидор. Безусловно. Мы должны защиту Филидора разыграть. Что мы еще из известных? Кто мне напомнит? Может быть, известные варианты, наносящие имя известных французов. То есть на память приходит в первую очередь, я говорю, Филидор и что? Кто еще? Кто у нас был? Кто блеснет эрудицией? Французы могут играть русскую партию, но мы ответим с защитой Филидора. Да, они захотят французскую. Мы будем сразу Е4, Е5, Д3. Сразу, все, без вариантов. Или Е3 первым ходом. Е5, Д3, Д5, Д4. Переход во французскую с переменой цвета. Так что все впереди. Итак, поехали.
Поехали. Вот очень интересная будет встреча Николая Шух против Блицстрим. Блицстрим очень известный французский маэстро. То есть он достаточно плотный и хорошо выступает. Приходилось с ним играть. Даже я его лично знаю. Я с ним сидел и в Доме литераторов в свое время мы с ним общались. С Владом Ткачевым. Хороший парень, веселый. У него, в принципе, такое общение с людьми шикарное. То есть, могет, как говорят, могет. Так, ну здесь у нас ферзь на h5, ну, пристал к слону. Смотрите, как интересно уже наступают какие-то дебютные распри в гамбите, в этом, в атаке Трамповского, да? Сложная позиция. Обычно как раз-таки Блицстрим играет дебют гроба, но не решился. Итак, опа, вот это номер. Так, Юлия Думычева играет против Ареста Вовка. Он решил против нас сыграть. Ну что же, ай да Арест. Ай да молодец. Ну что же, вот так вот играет Арест. Будем смотреть, что из этого выйдет. Пока интересно. Дебют гроба решил разыграть. Артур Лукас против Рокса. Так, я вижу защиту каракан. Обычно здесь d4 не торопится. Предварительно играет слон b4. Ну, как есть, так есть. Так, здесь опять-таки атака Трамповского. Видимо, подготовка была. Где же русская партия? Где же французская защита? Я ничего не понимаю. Только что мы об этом говорили, и никто не хочет это исполнять. Опа! Ле Шарпентье. Угу. Шарпентье. Я, честно говоря, плохо помню, что означает Шарпентье. По идее, что-то типа... Нет, Шарпентье. Не могу сказать. Я... Словарный запас французского у меня, к сожалению, не так хорош, как других языков, но пытаюсь вспомнить, что же это может быть. Ладно, идем дальше. Опа, тоже... Комодо Классикал. Комодо, кстати, повторяет мою партию, когда я был, мне было лет 10. Я тоже отвечал король e8. На слон d5 я моментальную ловушку ставил, конь d4. Моментальную ловушку. Так, я прошу прощения, небольшая пауза. Да, и, соответственно, да, мне просто надо было переключиться на лучшую связь, потому что я забыл включить провод. Ну вот, и, соответственно, вроде бы все хорошо сейчас должно пойти. Да, все в порядке, окей. И, соответственно, я играл конь d4, получил мат на f7, в общем-то, был таков. Так, голландская защита. Тем временем котлет с пюрешкой. Лабурдон и Макдонелл, это понятно. Так, котлета с пюрешкой думает над третьим ходом. Обращаю внимание, что-то здесь не так. Что-то она задумалась. Так, Карина против Матиасте играет. Ну что же, интересно. Интересно. 4-64. Королевство. Так, ну, королевство делает все гениально. То есть это постановка гроссмейстерская. По линии цел ладья сдвоились, конь на e4, все делает просто идеально. Что там делает гармонист? Гармонист, ну, уже расставился по понятиям. Играй гармонь, как говорится. Играй гармонь. Была такая передача. Очень злая. Смотрите, что просто выносит. Просто выносит уже. Ничего себе. Как же научиться так играть? Как же научиться выносить? Потрясающе. Вадим Сергеевич из Беларуси у нас играет против мистер Писсуа. Какой-то Писсуа, неправильно, правда, написан, но не знаю. В общем, Марина 5 семерок из Сербии решила тоже поддержать французов. Ну что же, хорошо. Нужно быть злым. Правильно, абсолютно верно.
Привет, Маришка, добрый вечер. Так, блиц-стрим у нас, возвращаемся к позиции. Пытается тут продавить, но черные сейчас готовы F6 выгнать коня с поля E5, и в принципе у них будет все под контролем. Затем потихонечку, аккуратненько подготовить, может быть, C5. Но у белых тоже достаточно крепко, они могут при коне на D3. Кстати, ход не самый лучший сейчас делают. Блицстрим, то есть Кевин делает не самый лучший ход. Теперь у черных появляются идеи, связанные с ходом c5. Потому что все-таки надо было поаккуратнее разыграть. Ну, теперь пешка c, она может, в принципе, располагаться даже где-то на c4. Единственное, что при слоне на f3 не будет хода c4 из-за взятия на c4, и слон на b7 будет провисать. Вот как раз-таки Николай так и играет, но вот здесь надо четко понимать, что будет на слон f3. Да, так он и, соответственно, отвечает. Так. Так. Дэн гитарист, привет. Так, Дэн гитарист, ты у нас играешь? Или ты у нас только на гитаре с гармонистом, подожди. Дэнчик, ты где там? Покажись. Так. Ух ты. Вот это номер. Смотрите, как партия продолжится. У ареста Вовка. Продолжится какая-то гениальная партия. Слон b2. Такой ход неожиданный, скажем так. Напрашивалось взятие на g4. С последующим, для того, чтобы вывести все-таки коня. Но так интересно. Все равно интересная такая вот постанова партии. Честно говоря, не знаю, кого здесь лучше, но... Юля у нас очень известная, активная шахматистка, поэтому, в принципе, она здесь может легко и замотовать, то есть, и, соответственно, я думаю, что у нее все под контролем. Так, тем временем у Рокса все пока под контролем, и королей, к сожалению, первую партию проиграли мы. Ничего себе, вот это вот неприятно. Это первый звоночек, очень неприятный звоночек. Что же произошло? Что же произошло? Так, значит, был... Так, CD. Очень рано этот ход. Нельзя его раньше времени делать. Сначала надо развивать фигуры. Так, CD, очень рано. Здесь белые должны были... не то, что должны были, но, в принципе, они сыграли нормально. Конь F6. Это очень большая неточность. Либо E6, либо... Уж в крайнем случае слон g4. Но конь f6 позволило белым провести d5. Вместо этого они слон b5 пошли. То есть d5 у белого был бы большой перевес, практически решающий. Вместо этого слон b5 последовал, a6. Взяли. Худшее для черных позади. Конь e5. Слон b7. Не самый лучший ход. Более того, оказался грубейшей ошибкой. Белые нападают на мат и на слона. Невнимательно. Короледи, к сожалению, сыграла в этот раз. До этого мы помним, в предыдущей партии она играла более, скажем так, внимательно. Но ничего, есть вторая партия. Будем пожелаем успехов. Пожелаем успехов и ждем. В общем-то, смотрите, сегодня у нас 0-3 мы стартовали. Ёшкин кот, вы что творится-то? Так, вот это уже совсем неприятно. Так, Чес Федосеев Сансан. Уже успел отстучать 55 ходов в первой партии. Как так получилось, интересно. Так, F3, F4. Что-то здесь не так. Может быть, это все-таки происки французов? То, что они... Еще себе линию C вскрыл прям. Так. Так, вот здесь был удар, возможно, на G6. Но тогда был бы шаг. И терялся бы слон, поэтому не удивляйтесь. Какой ужас. Посмотрите, что делают. Может быть, это происки все-таки французов, а? Потому что они зарегистрировались под ложными именами и специально сплавляют. Ай-яй-яй, как нехорошо. Так, но тем не менее, что же произошло? Так, не все так было плохо, конечно, неприятно, но не безнадежно совсем. Но нашлись способы все-таки... позицию эту. Да, ну, дальше мы смотреть не будем. И печальный старт. Нам нужен герой, который перевернет ход матча. Итак, первый герой появился. Как раз-таки Ле Шарпентье играл
против нашего Slippery Ink'а. Шикарно Slippery Ink исполнил. Так, всем добрый вечер. Нет, как в стриме сети? Все вроде бы работает. Все работает. Так, G4 жаж. Полагаю, что все работает. Во всяком случае, я вижу все хорошо. Так, опа. Значит, какая вот идиллия с этой ладьей, да, слиперинг. Отъел коня на А6 и пошел ставить Матильдос. Заходит на G8, я так полагаю. Нет, не заходит на G8, хотя это напрашивалось, да. То есть бросить ладью, так ладья прям по линии G. Напрашивалось, да, ферзь F3. Не самый лучший ход, тем не менее. Ладья G7. Интересный ход. Пешка на F7 зависла. Талантливо. Талантливо. Так. А почему же не длинная рокировка? В чем дело? Почему не длинная рокировка? Зачем эти издевательства? Ну, это какой-то действительно по-французски как-то ты его раздел. Без французских, как сказать, прелюдий ты его обработал. Или, может быть, да. Нет, может быть, да. Хорошо. Возвращаемся к первой партии, в которой играют титулованные шахматисты. Николай Шух против, как я уже сказал, Кевина Борди, фидемастера, известного стримера и деятеля Французской Федерации. По-моему, он сам из Каннов, я помню, мы с ним общались, как раз, да, он в Каннах, его резиденция в Каннах находится. Итак, смотрим, пока счет у нас был 2-4, сейчас, наверное, будет какое-то обновление через некоторое время, пока мы проигрываем. И это не есть хорошо. Тем временем, у Юлия, ну что, здесь надо ограничить положение, наверное, коня с ладьей ходом F3 и попытаться как-то держать вот это вот положение коня на F4. Ну, не знаю, вообще у черных как бы тоже все прыгает, все кони такие прыгучие. Сложная партия. Тем временем, Рокс 67-89. Не знаю, атакует или защищается, но пока все поровну. Идем дальше. Модель красиво расположил пешки. Тут внутри конь такой эстет такой. Видно, что человек с красотой внутренней. Да? То есть он чувствует понятие красоты есть. Так. Идем дальше. Хребталка. Бахаджан у нас обычно шедевральные партии показывает. И вот сегодня, не знаю, наедет он на противника или нет. Но пока все опять-таки стоит очень красиво. Вполне возможно, что сейчас нас ждет какая-то развязка. Вполне может быть и ход конь А7, конь С8. Может быть, конь С7 последует. Ну, Бахаджан пока сейчас думает. В принципе, 24 хода за полторы минуты исполнил, что, в общем-то, неплохо. И королиди вот у нас белыми уже нагнетает. О, как раз во французской защите. Французы, бейте французов. Как говорится, бейте. Так, Фишер. Итак, белыми по понятиям. Приходим к пешке F7. Похоже, что королева сейчас должна победить. Разгром, возможно, учинит. Ну, раньше времени не будем, как говорится, хвалить. Это всегда опасно. Виртуоз тем временем виртуозничает. И пытается двумя слонами мистер Беста, лучшего мистера какого-то, обработать. И слиперинг уже черными. Просто волнительно прорвался слоном. И ладье сейчас не сдобровать, очевидно. Сказал Добров, что не сдобровать. Итак, барон Фу играет против Романа. Первая, вторая партия. Первую партию проиграл. Кстати, счет какой у нас? Счет должен был обновиться. Почему счет-то не обновляется?
12-5 мы, кстати, ведем неожиданно. Вот так вот, ребята. 12-5. Вчера мы выиграли с большим счетом 12,5 на 3,5. Мы вчера разгромили индийских грузчиков, мумбайских грузчиков. Я, кстати, был в Мумбаи. Достаточно интересно. Так, Барон Фу, дальше. Мистер Седрикс против Комода. Но сегодня все должно быстрее закончиться, так вот по виду, потому что меньше досок. Сегодня меньше досок, не знаю, с чем это связано. Значит, здесь Комода Classical без фигуры и... Действительно играет компьютер за нас? Я не очень понимаю. Скорость какая-то. Я сейчас посмотрю, секундочку. Или нет все-таки? Не, ну вряд ли. Совсем, то есть как бы невероятно что-то будет. Угу. Да, ну как-то совсем слабенько там. Ну ничего страшного. Классические Комода чуть сильнее играют. Будем надеяться, что нашему телезрителю, уважаемому, с таким опасным ником, я бы даже сказал, Комода Classical, удастся проявить себя во второй партии, и он, в общем-то, покажет свою истинную мощь. Так, Чест-стратегист против Кудо. Что ж, интересно. Первую партию стратег наш победил, выиграл. И во второй партии тоже стратегически слона на А3 очень грамотно расположил для того, чтобы контролировать ряд полей. И вот, возможно, сейчас он выигрывает даже качество, потому что все остальное сложно представить. Тем временем котлета с пюрешкой оригинально расположила своего короля. Посмотрите, очень интересно получилось. На конь b4 поставил ход король d2. Вот за такие ходы я и люблю шахматы. То есть... как человек решил избежать потери качества ради борьбы. Король d2. Кстати, очень интересный действительно ход. Но черные, если совсем хотят, то они могут форсировать ничью, наверное. Пойти слон c2. К сожалению, я не могу это показать. Да, но вот они и так и решили сделать. Ну, ладья a1. Король d2 впечатляет. А3, конь c6. Но здесь, по идее, по Стейнису надо было слон d3 играть. Я сейчас все-таки хотел бы это показать. Но как? Сейчас я попробую подумать, как это вам. Ну, была такая идея, ладно. Значит, пойти здесь слон d3 и на взятие король d3 dc активизировать короля на c4. Ну и там попытаться потом, может быть, даже до b5 дойти, кто знает. Как раз-таки переход... через Альпы, да, как раз таки нам нужно устроить сегодня переход через Альпы. Так, хорошо, идем дальше. Так, Карина тем временем против Астия имеет лишнюю пешку в владеннике, это приятно. Королевса обыгрывает Харца. У нас большой перевес по доскам, по рейтингу, по среднему, то есть мы с большим отрывом стоим. Там бывает даже перепады по 500 и выше пунктов. Поэтому простите то, что французы повели в начале матча. Я думаю, что это была их единственная, наверное, такая вот... единственный момент, чтобы порадоваться. Все-таки мы должны брать здесь очень много очков. Надеюсь, так оно и будет. Но посмотрим. Посмотрим. Мидхат у нас... Мидхат у нас играет, что еще в каком-то турнире получается. А, он еще параллельно в каком-то турнире играет. Я понял. Какой-то турнир, видимо, может быть, стримеров или что-то еще. Тем не менее, интересно. Так, и смотрим, что в других партиях. Давайте посмотрим, вернемся на первую партию. Задавайте вопросы, ребята, если вас что-то интересует. Может быть, кто-то хочет, чтобы отдельно посмотрели его партии. Мы также можем это все организовать. Так,
Тем временем Николай Шух у нас остался без пешки. И сейчас, правда, чей ход сейчас? А ход сейчас Николай. Как раз-таки он может забрать пешку на b2, но в этом случае белые ладьи могут попасть на седьмой ряд, на обжорный этот ряд. И вот по этому ряду они могут здесь очень много нехороших дел сделать, если они попадут на седьмой. Поэтому здесь надо играть крайне аккуратно, осмотрительно. Скорее всего, последует ход ладья e7. То есть заранее под контроль взять седьмую линию. Ну, то есть белые там тоже имеют какие-то минимальные идеи, связанные, скажем, с вторжением восьмой линии. Или, может быть, укрепят пешку на b2, и пешка все-таки останется лишней. Так, тем временем, дальше давайте двигаться. Так, Комода Классикал белыми сейчас нападает. Очень нагло напал на ферзя, но, к сожалению, оставляет под боем важную фигуру. И Юля у нас, Юля старается. У Юли, кстати, пару лишних пешек. Ну, у черных есть практические шансы. Связаны они прежде всего с ходом h3, то есть с тем, что эти пешки все будут разбиты, как тараканы. Но порой эти тараканы быстрее идут, чем связаны. Я вот такую вам неожиданную расскажу. Не то чтобы байку, а действительно быль. Потому что часто в ладейниках, особенно, как ни странно, две разрозненные пешки идут быстрее, чем связаны. Удивительно, но факт. Чаще всего факт. Так, тем временем эндшпиль. Кстати, вот у нас у черных сейчас интересный эндшпиль здесь возник. В некоторых вариантах пешка может попасть на c3 и будут организованы возможные прорывы. Вот сейчас как раз-таки один из тех моментов, где можно организовать что-то наподобие прорыва. Надо сейчас считать, есть ли шансы у нас после размена. Ну, может быть, их и нету, а может быть, они и есть. Поэтому надо смотреть внимательно. Наконец-то что-то заработало Версач. Так. Так, идем дальше. А модель тем временем опять-таки ладейным эндшпиля отбивается против Сейниве какого-то, тоже французского мастера. Во Франции, кстати, я неоднократно бывал. Даже становился чемпионом Франции по блицу. Такой тоже был открытый чемпион Франции по блицу. Проходил в городе Нанси. В принципе, во Франции мне как-то успешно получалось играть и даже одержать несколько серьезных побед. Значит, в одном из чемпионатов Франции как раз-таки я поделил второе, третье по рапиду. Как раз первым стал Вашье, и Вашье также стал первым и по блицу. Я стал вторым. Такой вот был промежуток, по-моему, это 2015 год. И, кстати, вот я сейчас вам даже покажу, наверное, то вы можете не поверить, чемпионат, открытый чемпионат Франции. Момент. А, нет, основной кубок у меня остался все-таки там, но вот если здесь что-то видно, но, в общем-то, здесь вот поближе к камере 2015 фестиваль, вот это вот Нанси, 13 фестиваль, это открытый чемпионат Франции по блицу. Как раз-таки мне удалось в дележе с Владом Ткачевым и Кристианом Бауром стать первым все-таки. Но не без приключений, безусловно. Очень сильный состав был. Вернемся к нашим делам. Так, это другая партия. Мидхат у нас опять играет здесь. Здесь тоже другая партия. Ле Шарпентье проиграл Слипере. Слипере у нас набирает 2 очка и, в принципе, молодец. Тем временем гармонист у нас. Гармонист работает. Гармонист у нас в первом туре обыграл по-настоящему господина Кербероса. Некого Кербероса. Красавчик.
Кудо. Кудо. Ну, в общем, смотрим вот так вот по дебютам. Даже вот наши ставят, конечно, плотнее. Но что тут говорить? Мы видим перевес большой по рейтингу. Соответственно, чаще всего так и случается. Так, котлета. Котлета продолжает биться. Причем котлету... Давайте посмотрим, что произошло с котлетой. Так, котлета держалась. Пюрешку насыпали. А размены не произошли. Стратегически котлета, обращаю внимание, уплотнилась котлета. Слон на d2 стоит колоссально. Так, слон e7, a4. Это правильный ход. g4, блестящий. С двух сторон. Сначала там захватили пространство, потом такая ступа. Пошла ступа. Так, h4. И не выдержал напряга. Фук. Как некий фук. И здесь котлета думает, менять ферду или не менять. Ну что же, неплохо, неплохо пока все грамотно. Карина тем временем у нас должна выигрывать этот эндшпиль, хотя, конечно, тут определенную технику надо еще продемонстрировать. Посмотрим. Мало французов, но они бьются. Надо дать должное, что ребята бьются, ребята пришли не просто так. Подвигать лапками, а вот подрыгать. А, пришли бороться, давать нам сдачи. Пихать нас, как говорится. Ну вот мы будем биться тоже. Так, ну вот ловушка, кстати. Сейчас вот черные могут зевнуть ладью, дать шах. И после g3 ладья неожиданно окажется без защиты. Но очень аккуратно обходит стороной. И королевство, похоже, без ладьи остается. Так, тем временем, так, это что у нас? Это какая-то у нас по минуте идет игра. Это немножко не то. Вадим Сергеевич. Два коня окружили просто, двух слонов. Ну, слонам нужна воля. Слон bg4 автоматически надо сделать ход. Потом, как минимум, за ладью получит двух слонов. Ну, и пешка d должна проходить. Так, давайте смотреть следующие партии, потому что у нас счет 30,5 на 9,5. Тем временем Николай Шухт пока... Чем закончилась первая партия Николая? 32-11. Так. Вернемся попозже к этому моменту. Вот как раз-таки типовая ситуация, про которую я говорил, что часто разрозненные пешки бегут быстрее, чем связанные. Как все-таки я глубоко копаю порой. Это все шутка, конечно. А, Королев СА. Пожалуй, прошу прощения, да. Королев СА нам написал. Королев СА, ну, прошу прощения. Полагаю, что Сергей Александрович Королев. Полагаю, может быть, я даже прав. Так, хорошо. Очень хорошо. Значит, мы пока ведем 32-11, и мы действительно... Мы действительно впереди. Так. Карина у нас впереди тоже. Так, мне тут Хансен предлагает сыграть уже. Но я не могу бросить команду. Не могу бросить вас, уважаемые телезрители. Просто любители шахмат. Так, очень злая вторую партию тоже выиграла блестяще, просто блестяще. Смотрите, что она делает. Что происходит? Вот так вот, ребята, вот так вот. Я не хочу даже, не знаю, что-либо смотреть дальше. Давайте перевернем доску и насладимся вот этой вот позицией. В ней что-то есть. В этой позиции что-то, безусловно, есть эстетическое. Блестяще. Бельгиец был раздавлен после хода h5. Сразу же f3. Посмотрите, что он делает. Землю роет f3. Сразу же шах. Центральная пешка. Очень злая просто. И в эндшпиль сразу же. Вот это правильно. И по центру. И все пошло вперед. Блестяще.
Блестяще, какая кровожадная. Кровожадная, очень кровожадная, ничего не боится. Были тут моменты, где можно было сыграть, конечно, сильнее, но и так тоже неплохо. Ух ты, какая ловушка. Казалось бы, конь должен меняться на слона, а тут неожиданно теряется пешка и слон. Да, ну, наши, конечно, блестяще справляются. Блестяще справляются с ролью лидера. Так, ну и практически мат висит. Опять-таки в эндшпиле, вот мы, может быть, мы помним, как господин Ситков у нас демонстрировал блестящее понимание эндшпиля, когда он просто смахивал все фигуры с доски в предыдущем матче. Показывал, что он овладел этой техникой. Смахивать и в эндшпиль. Все смахнуть. Меньше фигур, проще играть. Итак, двигаемся дальше. Значит, тем временем. Тем временем. Значит, первой партии, кстати, Николай Шух все-таки проиграл. Понимаете, представляете? Все-таки проиграл тут эндшпиль. Что же, вот так вот. Ну, опытный, конечно, Кевин. Здесь, то, о чем мы с вами говорили. Нашел какие-то способы. Ухищренные способы. И просто Николай... А, так он был приговорен здесь, получается, в этой позиции. Угу. Шах-шах. И... Вот это красота. Посмотрите, что сделал Кевин Борди. Это блестяще. Блестяще. Его можно похлопать. Это ход мастера. Великого мастера. Великомайстера. Как говорят сербы. Гран-маэстро. Маэстро. Маэстри. Брависсимо. Браво. Я думаю, что он сказал что-то типа «Je suis content» такого формата, что он доволен, я думаю, что этим ходом. Я думаю, что все французы сказали «Да, это было сильно». Итак, блестящий ход ладья g6. Такое вот сдвоение, безусловно, приятно. Неожиданно Хикару Накамура мне предлагает сыграть, но я не могу. Что я могу сделать, ребята? Матч идет. Давно мне Хикарушка ничего не предлагал. После того, как меня отжарил 10-0, к сожалению, я не могу ничего сделать. Unfortunately. Да, красиво. Красиво, ничего не скажешь. И вот такой матешник закатил. Солидно. Вторая партия. Юлия Думчева в ничью сыграла на первую партию с арестом Вовком. И Вовк продолжает феерить дебютом гроба. Или атакой гроба. Или, ну, как, в принципе, по-разному можно называть. В общем-то, солидно. Ну все, впереди дебют разыгран. Значит, пока мы ведем со счетом 36,5 на 13,5. Да, может быть, впечатлило. Да, вполне. Я даже сам под впечатлением. Как говорится, могёт ведь иногда. Главное, когда надо. Когда нужно было. Палка стреляет, как известно. Стреляет палочка, выручалочка. Итак, Артур. Кстати, Димон, а ты играешь или нет? Почему ты не играешь за команду? Ты все время смотришь, но не играешь. Или все-таки играешь? Так. Не может такого быть. Здесь у нас люди с 1600 играют. Не может такого быть. Итак, у нас, кстати, не так много партий сейчас играется. И напомню, что сегодня у нас матч с Францией. Против Франции, против французов. И да, Хикару все висит. Так хочется нажать на эту кнопку.
Да, но, к сожалению, ничего не могу сделать. Могу его отправить только в бан, если вы хотите. Так, модель тем временем спасает этот эндшпиль. Здесь, в принципе, ничего сложного для того, чтобы спастись, не надо делать. Просто стоим королем и ждем прихода, как говорится. Гармонист тем временем. Играй гармонию. Сейчас играй гармонию заслуживает внимания ударить на d6, ударить на e5 и начать вопросы с королем, задавать королю вопросы. Это автоматически делается в таких позициях. Я думаю, что гармонист сейчас это и исполнит. Очень опасно положение король противника, и уверен, что здесь белые должны побеждать форсированно. Играй гармонь. Так. Так, котлеты с пирожкой тем временем. Там самая интересная партия. Ой-ой-ой, котлету все-таки отбивную сделали из нее, к сожалению. Да, смотрите, в общем, боролся или боролась. Но вытянуть не смогла. Тянула-тянула, но не вытянула. Но творческий был подход. ЖФ, мне кажется, вот это была ошибка. Стоило все-таки линию H попытаться по линии H что-то сделать. То есть надо было вообще без всяких разменов пойти ладья H1, ладья H3, там, и либо ладья B1, ладья B5, в пешке D5 приставать. Так или иначе, у черных были еще трудности в этой позиции, совершенно очевидно. Белые могли давить пункт G6. Впоследствии, может быть, по линии H закатить ладью. Но так не случилось. Кто вчера был лучшим игроком? Было очень много шахматистов, кто набрал по 4 из 4, поэтому я думаю, что Сергей Григорян вчера заслуживает абсолютно точно стать лучшим шахматистом, потому что он вчера вел команду и демонстрировал просто потрясающий скилл. То есть он придавал силы. Ну так сложилось исторически, то что когда Серега рядом, я как-то играю вдвойне сильно. То есть это так действительно факт. То есть были классические примеры такие, когда так здорово поддерживал. У него такая есть черта очень сильная. Так что вот, когда Серега, я могу, так сказать. Вдохновляет, что очень много интересных партий, как раз-таки, он не даст соврать. В классику, прежде всего, потому что вчера, в принципе, у меня было две таких хороших партии. Одна из них получилась учебным примером. Действительно, учебный пример просто получился очень хороший. Ну, кстати, сегодня я давал этот пример двум моим ученикам где-то уровня 2200, никаких проблем с решением у них не возникло. То есть ничего сложного на самом деле. Так, но эффектно. Так, тем временем, какой-то боевик очередной в дебюте гроба, в атаке гроба, арест вовк тут нагнетает. И сложно сказать, мне не очень нравится положение вот этих фигур, потому что белых, как ни странно, несмотря на то, что король якобы открыт, белые именно атакуют на этом фланге. Черным срочно в порядке нужно вскрывать игру, как ни странно, тоже вскрывать собственного короля. Ну, а других вариантов нет. Так. Привет, Маша. Так, смотрим, что происходит в других партиях. Так, Коля, Николай не гуляет, сидит дома и играет против Блицстрима. Интересная пешка D, она может, в принципе, сыграть очень важную роль. То есть можно просто пойти D6, D7, но вот крайне аккуратно, потому что... Ну, кстати, почему аккуратно, сейчас я думаю.
Может быть, не надо аккуратно, может быть, просто надо ее вести действительно, ну, как слона на Е6, наверное. Ну, есть еще вопросы, то есть определенную технику надо проявлять. У белых, конечно, колоссальный перевес с учетом пешки D, то есть здесь очевидно, что черным придется отдать слона, либо ладью даже, и, в общем-то, будет техническая позиция. Не забыть, главное, форточку еще сделать, это очень полезное действие в таких ситуациях. Так. Кстати, у нас Мария комментировала вчера про лигу и следующую про лигу, которая будет в следующий четверг, она также будет комментировать. Приходите, смотрите, участвуйте в обсуждении. Я думаю, что будет интересно. У нас появляется свое собственное шоу, поэтому работайте и получайте удовольствие. Так, ну хорошо, тем временем, что мы видим в других партиях? Так, опять слипери, здесь у нас уже сыграл, он продолжает, значит, наседать. И других уже партий, другими контролями. Очень неприятная позиция у Юли, то есть здесь надо уже отдавать это качество, пока не поздно. И пытаться как-то замутить игру. Ну, либо так, да. В принципе, не все еще потеряно для черных, хотя позиция их неприятная. Пешка на h5 тоже может упасть. Есть определенные трудности. Так, идем дальше. Господин Рокс у нас играет. Сейчас очень внимательно надо вот ферзь у черных со слоном. Видите, такую скрытую угрозу создают. При случае можно будет ее не заметить, и будет проблема. Александр Костенюк у нас сейчас играет в Америке, в США, так что здесь, в общем, тоже ее надо поддержать. Там у них предстоит решающие два тура, сегодня она играет. Она лидерство сохраняет наша тоже российская шахматистка Валентина Гунина, многократная чемпионка Европы, России, там мировых достижений просто пруд-пруди, как говорится. Ну и Александр Костенюк у нас тоже не нуждается в представлениях, экс-чемпионка мира. И как раз таки тоже она стримит на каналах, в том числе и на Chess.com.ru. Так что вот сейчас находится в Америке, играют они турнир. Так, хорошо. Тем временем счет у нас в матче сейчас должен обновиться. Я его сейчас сообщу. Вот как-то они обновляют достаточно интересно по каким-то собственным тематикам. 46,5 на 19,5. Шухник говорит, посмотри мою партию целиком. Хорошо. А, так, Николай Шух, да, правильно. Вторую партию. Давай посмотрим, действительно. Отлично. Привет, Николай. Я сразу не понял, кто ты у нас такой. Да, итак, скандинавочка. Скандинавочка, слон c4. Такой классический ход. Николай у нас классический шахматист. Хорошо знает теорию. В общем, сейчас меньше играет. Ну, в целом, не растерял пока еще своих амбиции, я так полагаю. Итак, слон g4. Конь g3. Один из таких возможных вариантов. Маркировка слон e7. Ну, черный располагается достаточно крепко. Единственное, что надо будет следить за движением. Действительно, конь на g3 как раз-таки он позволяет при случае движения пешки f. А здесь пешка d при случае таранит. Поэтому со стороны черных здесь имеет смысл думать о длинной рокировке как раз-таки вот в этой ситуации. Поэтому вот в этом случае, вероятнее всего, конь c6 было более разумно. Ну, тогда надо считаться, я не знаю, какой план бы Николай бы применял. Ну, в любом случае, там слон e3, скорее всего, 3-0. Вот это был какой-то там a3, какая-то сложная борьба. Но единственное, что везде пешка на d4. Вот это минус пешки f3.
не так просто защищать, а d5 продвинуть не так просто из-за ферзь c5. Но вполне возможно, что на конь c6, может быть, белый пах, либо слон b5, но и даже в этом случае после трех нулей позиция была бы крайне запутанной. Но последовал пока аккуратный ход слон e7, f4, и я считаю, что сыграна здесь вот таркировка достаточно опасная. Но f5, бодренько, бодренько, очень f5, классный ход, симпатично. Еф, слон g5. Выход слона в люди, теперь белые хотят просто поддавить там путем ферзь e2, там, не знаю, ладья e1, одна из идей, либо вторая идея, ферзь f3, ладья e1, там на f5, на b7 зависает. То есть идеи есть. Так, черные поэтому играют сдержанно. Конь d7, слон выходит на хорошую позицию для того, чтобы он нигде не провисал, не попадал под темпы, под шахи. И просто-напросто покрепче располагался. Ладья d8 тоже достаточно разумное положение ладьи. Обращаю внимание, что слон на b3 очень сильный здесь на f7 продавливает. Слон уже 6 пока в ауте. Но пока позиция все равно не такая ясная, то есть черные тоже имеют свои идеи, может быть связаны с ходом конь c5, какие-то переводы коня на e6 видится, чудится. Поэтому белые играют ферзь f3, нападают на f5, то есть напоминает эту партию. Немножко какие-то идеи у Ботвинника похожие были, таранного типа. Ну, в общем-то, классическая ситуация. Ладья d1, и черные вот так вот стремятся тактическим образом исполнить такие вот мотивы. Зависает пешка на d4, пока Николай парирует ходом ферзь f4, h6. Очень интересно сыграно, очень живо, я бы даже сказал. Но вот насколько это необходимо было, да? То есть черные, может быть, могли уйти конем на c6 и заняться пешкой d4. И, кстати, не так просто понять, как ее защищать, потому что, скажем, в случае коня f5 мы просто-напросто меняемся, бьем на d4, а в случае слона f6, слона f6, конь d5, опять-таки мы можем с шахом ударить на d4, в крайнем случае отдать качество. Ну, в общем-то, я думаю, черные здесь должны стоять достойно. Тем не менее, значит, последовал ход h6, и после ферзь e5, слон d6, вот появился такая вот тактическая, какой-то такой тактический трюк, который позволил белым пожертвовать ферзя за три фигуры. И, безусловно, это позволило белым захватить инициативу на длительное время. То есть сейчас белые хотят конь d5, конь f4, также висит конь f5. Может быть, просто король h1 еще третья идея. Ну, в общем, много здесь идей хороших у белых. Черным нужно спасаться. Спасаться в ужасе. Вполне возможно, что черным здесь лучшим образом надо отдавать, как ни странно, ладью на e5. Это один из таких способов попытаться хоть как-то избежать худшего. То есть даже в такой редакции можно, скажем, вот так вот отдать и пытаться эту позицию защищать. Вот, то есть был ход ладья e8. Да, даже на король h1. Тоже взять на e5 и пытаться как-то разбивать вот эти вот чисто материальные такие вот тематики. Так, ну такого не последовало. Последовал ход король h8. Ход неудачный, потому что мало того, что здесь он располагается под шахом, лучше было все-таки поставить уж на h7. Потому что на h7 как бы он стоял более надежно. Конь d5, Николай переходит. Ну, как раз таки, о чем я говорил, он жертвует, но неудачной редакции. То есть необходимо было менять вот эту ладью на слона e5. Слон b3, f4, взяли на f4, f6, взяли на c7. Белые начинают поедание, очень четкое поедание, все начинает сноситься. Очень аккуратно играл, ладья f3, промежуток хороший, ферзь c6, и слон возвращается на базу. Фиксация могла произойти еще и ходом А4, но Д5 пешка, как известно, должна идти вперед. Проходные пешки должны идти вперед. И вот эту позицию мы с вами видели. Пешка Д6 пошла, и, в общем-то, и шла она, видимо, быстро и удачно. H3 очень тонкий маневр, про который я мельком вам сообщил, что необходимо помнить о форточке, когда не ошибка ее создать и залезть туда. Ну и слон А8, я считаю, вот за этот ход мы Николая и поздравим. Молодец, Николай съел ладью на А8.
Красавец принес важную победу. Ну и отыгрался в своем мини-матче, с чем мы его и поздравляем. Ну ладно, в общем, такое небольшое отступление. Думаю, что достаточно оперативно все так вам рассказал. В принципе, о партии такие основные моменты отфиксировали. Итак, что мы видим? Мы видим, что мы ведем 53,5 на 20,5. Так, Анна Голд. Это у нас, по-моему, королиди, да? Если не ошибаюсь. Вторую партию. Ну, давайте посмотрим, что она тут придумала. Снова Фишер. Так мы вот на этой ноте мы остановились как раз-таки. Мы похвалили то, что идет такой конкретный врыв, так сказать, во все поля возможные, похвалили. И, в общем, добавить даже и нечего. Отличная партия. Француз был бит в своей французской защите. Так что, молодец, мы тебя поздравляем. Так держать. Так, тем временем, давайте посмотрим те партии, которые не закончены, не окончились, где идет полнокровная борьба. Так, почему не показывает, в чем дело? Где у нас... А, котлета здесь. Я искал котлету. Котлета борется, котлета в порядке. Котлета в порядке. Так. Юля у нас без двух качеств, ничего себе, но борьба все равно бьет ключом, пешка аж уж очень сильна, здесь, конечно, только чудо спасет, только чудо. Какие тут есть идеи перекрытия какие-то сложнейшие. Каким-то образом надо вот эти три пешки съесть, каким-то образом, для того, чтобы... зацепить вот эту вот ничью. Пешка аж очень быстро ползет. Она уже практически дошла. Так. Кто желает посмотреть собственную партию или просто хочет какой-то заказ, так сказать, заказ музыки, тот может, в принципе, проявить себя, прокричав в чат. Бей французов. Ну, я так шучу, понятное дело, здесь такого нету, нет такой опции. Мы все по-доброму относимся к нашим друзьям, нашим телезрителям французским, поэтому все впереди. Ура! Кричит Крайбер Сайм. Ура! Молодец! Блестяще! Так, ну хорошо, значит, кто нам принес 2 очка пока? Клешторный Владислав, Жосюи 300, то есть огорчен. Он играл с человеком, которому грустно. Ник переводится «мне грустно». Или «я грустный». Так, ну вот действительно ему стало грустно, и Владислав решил ему улучшить настроение, обыграв его 2 раза. Блестяще, блестяще. Бахаджан тем временем обыграл Крипталя, также 2-0. Астроферзь какого-то дабл пони, двойного пони практически обыграл. Давайте посмотрим, как Астроферзь играл, почему-то он у нас... не был в поле зрения. Астроферзь тут наседал в каких-то, ну, по понятиям. Ну, конь d5 надо было сыграть. Конечно, Астроферзь обязан такие ходы делать. Так, тем не менее, аккуратно сыграл h3. Ну, позволил черным активизироваться. И потом, ну, обратите внимание, какой Астроферзь хитрец. Заманил. Ой, какой хитрец. Посмотрите, что он сделал. Ой, какой хитрый все-таки Астроферзь. Все съел. Блестяще. Так. Гармонист тем временем побаловал нас двойной победой. Так он даже не стал на d6 бить, а просто взял на e5, и тот сдался. Вот это сила. Вот это сила. Неожиданный ход, причем мы абсолютно, мы даже дали ему подсказку. Не играй на гармонии, играй. Ладья бьет d6, а он все-таки не послушал нас и исполнил свое
любимая. Ручки-то шаловливые у гармонистов, они вот так вот все время работают, наверняка опасен, очень опасен. Так, тем временем, 2 очка еще принес Проша 2007, молодой, видимо, какой-то талант у нас, Проша. Проша у нас тут в защите Алехина, как раз об Алехине мы говорили. Так, пытался Проша. И тоже, смотрите, какой удар якобы нанес, но оказалось, что не все так просто. И черные-то на самом деле стояли с перевесом. Проша тут, видимо, взял силой воли. Тяжелейший эндшпиль, безнадежный совершенно для белых. Ну, вот тоже поучительный момент. Черные взяли, поставили пешку на f6. Зачем? Ставьте пешки на, в таких ситуациях на цвет, не на цвет собственного слона, а на противоположный цвет противника, да? То есть, имеется в виду. И тогда будет вам счастье. Тогда у вас их никогда не съедят. Так. Всем привет. Так, Слипери, мы с вами смотрели уже партию во время эфира. Нам надо двигаться дальше. А Людмила 86. Давайте посмотрим Людмилу, как Людмила. А, так она выиграла в 5 ходов блестяще. Так, раз, а вторая партия, что случилось во второй партии? Второй партии просто не было. Ну, блестяще, просто, просто даже нечего сказать. Так, Команду проиграл, Честерто Джист выиграл 2 партии. Котлета все продолжает биться, одна из последних партий нашего тура. Очень злая, здорово себя проявила, реально. Просто потрясающий скилл был продемонстрирован. Ну и в последний Дориан Чес, да, Уренс Ди, Вандерер 33. Кстати, Вандерер можно посмотреть, потому что мы Вандерера... О, во французской защите как раз Вандерер вышел. Браво. Браво, маэстро. Правильно сделал. Вариант Винавера. Или Винавера, как говорят. Слон А5 такой. Некогда модный вариант. В старых книжках он оценивался как сомнительный. Потом опять-таки ожил. Черные, да, черные не отъели. Тут пешку, к сожалению, было совершенно безнадежно. Тем не менее, Вандерер на то и Вандерер, что происходит всякие... Всякие дела. Да, смотрите, тонко. Опять-таки, черные здорово активизировали слона. Молодец. Блестяще съели важную пешку. И тут просто не выдержал уже от такого напряжения. Отдал все. И ладья какой-то феноменальный трюк продемонстрировал. Давайте посмотрим за телодвижением ладьи. То есть ладья у нас какая-то героическая. То есть она пошла сюда. Она потом взяла, она сюда пошла, потом сюда, потом взяла, сюда, сюда. То есть какой-то трюк какой-то, тоже фокусник какой-то, ладья-фокусник. Привет, Ваня. Что происходит, спрашивает Ваня. Привет всем. Ну, мы играем в шахматы. У нас идет матч телезрителей, российских телезрителей против команды. Команды Франции. И мы лидируем после. Сейчас будет, кстати, блиц. Буквально совсем чуть-чуть, через 20 минут начнется блиц. Заходи играть. Сегодня мало игроков. Так. Ну хорошо, давайте смотреть, что дальше. Корней. А нет, Камейль. Какой-то иранский шахматист играет за Францию. Рокс имеет лишнего коня, то есть черные, правда, хотят организовать штаны. Сейчас d4, и будет организована какая-то... Если это... А, это вообще они играют по 3 минуты, скорее всего, я ошибся. Котлета с пюрешкой у нас играет. Котлета с пюрешкой у нас зажигает. Зажигательная котлетка. Пытается здесь что-то демонстрировать. Котлета имеет виды на короля. Вот
Там G4 сейчас будет открываться ладья, но надо следить за тем, чтобы после G4 белые, естественно, не закрыли ходом H4 все это действо. Ферзь на C6 очень надежно контролирует все возможные матовые идеи, матовые угрозы. Черные просто сейчас пойдут E6, начнут играть G4, слон идет на C5. Начинается движение пешки F, возможно. Главное, внимательность. Сейчас H4 делают как раз грамотный ход котлета, чтобы G4 была зафиксирована эта пешка на H3. И очень неприятный ход, действительно, потому что сейчас после G4 возникнут серьезные неприятности у белого короля. Здорово, Ганик Чес. Ну, я так полагаю, что все еще будет идти, думаю, где-то как минимум час. Как твое здоровье? Заходи поддержать. Это у нас битва с французами. Французов сегодня действительно мало. Все они в тельняшках. Так. Окей. Смотрите, как элегантно Карина поставила пешки на четвертый ряд, а черные ответили тем же. Вот французы, они такие, да? То есть они эстеты любят. Тоже вот им предлагают что-то, они тоже. Вот сейчас вот тоже, посмотрите, тоже 4 пешки в ряд. Но сейчас это грубейшая ошибка, потому что черная пешка стала... как раз таки на не очень удачное положение. Сейчас может пойти слон c3, потом пойти король c4. Белые, конечно, должны легко побеждать. Но время мало. То есть время мы видим у Карины 1.5 минуты против 2.40. Грамотный ход g4. Пешка становится на белое поле для того, чтобы зафиксировать слабость противника на g5. Все пока грамотно, очень грамотно. То есть, а эта пешка как раз таки вот мы видим после разменов. Обе пешки противника будут стоять на цвете нашего слона. Значит, соответственно, мы можем просто заблокировать эту пешку и в какой-то момент ее съесть, напасть и съесть. А король черных не сможет контролировать две сразу слабости, потому что одна из этих слабостей упадет. То есть, вот сейчас после король c4 выяснится, что король не сможет защищать одновременно и эту пешку, и эту. Такой вот краб здесь не пройдет. Е4. Ну, необязательный ход пока что. Можно было без этого обойтись, но, в принципе, в нем ничего криминального нет. То есть, ход вполне естественный и нормальный. Ну, можно сейчас играть как слон c3, то есть, выбивая слона отсюда для того, чтобы организовать движение пешки, так и король c4. Ну, слона надо возвращать. Так... Да, ну мы к себе потом хлынем на твой канал. Я думаю, что ребята поддержат, организуем. Маша, если ты меня слышишь, организуй тогда хост на Мишин канал, потому что я не имею прав на все эти дела. Хотя мне кажется, что все-таки мне, может быть, что-то разрешили, не знаю. Лучше все-таки это организовать. Так. Счет тем временем 55,5 на 24,5. Мы впереди, это хорошо, и у нас мы рвемся к победе. У нас все замечательно. Пешку С сейчас белые будут отвоевывать, пешка будет отвлекать, и затем легкая победа. Ну, сейчас даже эту пешку брать не обязательно, можно сразу тащить свою, чтобы выиграть дополнительное время. Ну, вот, в общем-то, пешка проходит ферзи, да. Ну и здесь все остальное дело техники. Котлета тем временем съела целого слона. Зачем слона? Зачем слон котлете? Вот это вопрос очень важный. Что я, честно говоря, не очень понимаю. Но тем не менее, съела и съела. И играет просто блестяще. F5 тоже неоднозначный ход. То есть я думал, что как-то будет с пешкой С работать. Но не тут-то было. Пока еще... Кстати, ловушка. На ладья b3 будет такой вот удар с нападением на мат. А в случае король f2 будет слон бьет c5 и теряется ферзь с шах. Такие вот мелкие тонкости. Мелко, как говорится, уголовные, да, такие наклонности. Вот они как раз-таки здесь проявляются. Вот я сейчас, если котлета сейчас нанесет ладья f2, я буду просто очень рад.
Ну, там надо, правда, до конца досчитать. Взяли, взяли, взяли. И просто взяли на c5. Все равно на шаг b8, король d7, ладья g8. И вскрытый шаг съедается ладья. Всем бездельникам привет, говорит Григоров. Серж, привет, привет. Сегодня арена королей в 23 Москва. И Миша будет играть арену королей. Тем лучше. Тем лучше все смотреть Ганника. Будет, думаю, рад. Все на Ганника, Ганник будет представлять на арене. Ну, не фокус, конечно, будет показывать, но на шахматной доске. Будем надеяться, что он покажет свой класс. А класс у него более чем высокий. Так что приходите. Приходите смотреть по окончанию нашей трансляции. Я думаю, Миша как раз таки подключит свой стримчанский. Так, тем временем Рокс, это другая партия. А нет, все-таки это та партия была. Нет, это была другая партия, да. Котлета с пюрешкой. Заходи, Григоров Серж, ты можешь зайти и зарегистрироваться. Сейчас будет блиц. Блиц сейчас будет, дорогой мой. Заходи, блицуй. Так, подходит к концу. Так, тем временем Базилиус у нас еще играет. Смотрите, какая позиция у Базилиуса. Против Киула. Не ту пешечку подвинул, но с другой стороны все равно у белых должно быть близко к выигранному, потому что пешек слишком много лишних. Да, то есть... Ладья привязана, то есть пешка Е должна решать. Так, ну хорошо. Съедает спешку, но теперь белым, да, белые строят так называемый мостик. Они отгоняют черного короля канатом, прижимают и начинают движение пешки. Там уходит королем, максимально задвигают. И затем организуют так называемый прием мостик. Ничего здесь сложного нет, дело техники. Дело голой, как говорят, техники в такой ситуации. Дело голой техники. Ну, посмотрим, насколько хороша техника у Базилиуса. Тем более, первую партию он или она, скорее всего, он, раз Базилиус, это же Василий, проиграл. И, соответственно, сможет ли совладать с нервами и выиграть ответную встречу. Потому что самое сложное – это выиграть выигранную позицию, как известно. Так что мы сейчас посмотрим, сможет ли он. Я полагаю, что все получится. Так, пока все грамотно. Сейчас нужно поставить короля на 8-й ряд и поставить пешку на 7-й для начала. Все это исполняется. Задвигается пешка и затем несложный выигрыш. То есть сейчас черные должны не давать белому королю выскочить. Ну а сейчас наоборот как раз таки легкий контроль линии D решает. Ну, можно и так. Организует так называемый мостик. Теперь белый король под прикрытием хочет выскочить в район поля E5, и ладья перекрывается от шаха. Сейчас король E6. Главное не поторопиться сейчас так не сыграть, потому что это будет фурор. Да, ну вот мостик организован. В принципе, сейчас белые хотят пойти ладья g5, ладья e5. Так называемое перекрытие. Причем от этого просто нет защиты. А в случае шаха король сближается уже. Он приходит на e5, как я уже сказал. Ну и все, последний ход остался. Я думаю, что Базилиус его сделает. Судя по тому, как исполняет все до этого грамотно. Грамотно у нас ребята все строят. Построили все и сделали как надо. Проходит ферзь. Да, ход за ходом очень все четко и основательно было исполнено. Все было исполнено очень основательно. Так, остались ли партии? Сейчас смотрю. Да нет, вроде бы партия... А, нет, еще есть. Есть еще порох-пороховница. Кстати,
Один из самых талантливых моих учеников играет, как ни странно, то есть в свое время Антон Дронов. Сейчас уже он занимается другими делами, к сожалению, шахмат ушел в свое время. Ну, так получилось. Но не суть важно, то есть сейчас вот он борется, и в принципе, что мы видим? Какую-то вот идею пытается замутить. Пытается замутить против француза, но пока белый король чувствует себя интересно на g4. То есть здесь, конечно, можно тревожить, но кто знает, может быть, он просто будет располагаться на h4 и к нему никак не подойти, не подкопаться. Ну, какие-то тактические ресурсы есть, безусловно. У черных, то есть здесь конь рядом с королем, то есть здесь и у белых тоже аналогично есть такие же ресурсы. Так. Что же будет сейчас? Мы посмотрим. Есть какие-то подключения коня, типа f5, еф, конь d5. Но это слишком сложно. Я полагаю, что так не будет. Остается минута у Антона. Антон пытается шевелить лапами. Пытается как-то обострить игру. Так, конь пошел на е2. Сейчас перекрытие происходит, грозит взятие на h2, и при случае, конечно, можно тут выиграть, и с таким же успехом можно и проиграть. Ну что, сейчас у белых есть возможность также, как минимум, пойти ферзь b8, король h7, конь f7, на что, видимо, последует в какой-то момент либо h5, либо что-то еще. Интересная позиция. Ну, конечно, белые должны побеждать, я полагаю. Но у черных есть ресурсы, что важно. Ресурсы все еще есть. А значит, надо бороться. Кто не успел зарегистрироваться на Блиц, не забываем это сделать. На Блиц у нас чуть больше, уже 110 человек. Сегодня почему-то меньше людей. Slippery Inc. Ну, со мной можно связаться, зайдя на мой канал. Там, в принципе, есть в описании, по-моему, моя почта. В принципе, можно со мной так связаться. Так. Ферзь на e7. Ферзь на e7. Что мы видим? Ферзь попал на e7. И напали на пешку f7. Ну что, h5, пора какой-то. Ну, h5, видимо, король пойдет вперед. Видите, какой монстр настоящий король. Да, но, к сожалению, мат получает Антон. Здесь, к сожалению, мат в три хода. Раз. Да, и последует либо вторжение ладьи, либо. Да, ну, ладья и ферзь ставит мат. Слушай, блестящую партию провели белые, то есть завели короля на g4. Очень красиво и эффектно. Итак, матч первый, значит, завершен со счет 58,5 на 25,5. Кстати, много очков, я считаю, мы отдали в этом матче, несмотря на то, что у нас было колоссальное совершенно преимущество по доскам. Разрыв в очках по рейтингу был очень большой. Тем не менее, французы, мы видим, бились достойно и набрали много очков, больше трети откусили. Так, давайте мы тогда. Нет, не больше трети, да, чуть меньше трети, да. Значит, давайте мы сейчас через 5 минут не забываем, значит, регистрироваться на Блиц, и мы продолжим буквально через 2-3 минуты. Буквально через 2-3 минуты будет продолжение. Так, ну хорошо, ребят, продолжаем наши баталии.
баталии против французов. Итак, 58,5 на 25,5, и мы переходим в ожидание блица. В ожидание блица у нас будет сейчас. Сейчас мы будем в ожидании. Так, у нас тут партии надо позакрывать, которые мы тут открыли. И будем смотреть, что будет в блиц. Блиц будет чуть быстрее. Чуть более свеженьким. Ну, конечно, мы смотреть за всеми не успеем, но хоть что-то мы успеем зацепить. Так, Иван. У нас Иван играет. Иван зарегистрировался. Медав с нами. Медав блестяще. Привет, Медав. Медав, мы тоже. Пытаемся посмотреть. Мисс Лова-Лова за нами тоже решила сыграть. Ничего себе. Маша решила сыграть с нами. Ничего себе, поддержать. Ну что же, мы будем смотреть за ней. Будем болеть за нее. Очень интересно. Ну что же, посмотрим. Канал виснет. Не знаю. Вроде бы все. Вроде бы все ровно. Будем разбираться. Так, ну что же. Остается буквально 3 минуты до начала блица. Блиц у нас будет проходить с контролем 5 плюс 3. Так что те, кто выиграл первые свои партии, есть возможность увеличить свой отрыв, закрепить, так сказать, начатое. Ну а те, кто неудачно стартовал, наоборот, вернуть уверенность и показать все, на что вы способны. У вас есть все шансы проявить себя. Так, хорошо. Тем временем смотрим, значит, что будет происходить. Значит, что здесь у нас? Здесь, кстати, блиц-стрим, который у нас как раз-таки здесь на первой доске будет с Николаем Шухом играть. Имеет достаточно высокий блиц-рейтинг, он очень прилично играет в блиц. То есть явно не на свой уровень, то есть у него здесь, ну, как минимум на уровень мастера, то есть реально и выше, я сейчас полагаю. Видел, как он и Карлсона обыгрывал в свое время. Ну, был близок к этому, точнее, стоял. Вот. В общем, очень опытный шахматист и опасный блицор. Будем ждать. Да, ребята, вперед, правильно говорит Ваня. Все вперед, за родину. Вив. Так, ну что же, сейчас начнется, как говорится, сейчас начнется. Меньше минуты остается до начала, и мы ждем старта. Так, прекрасно.
Поехали. Итак, пошли. Пошли. Пошло-поехало. Партии просто будем щелкать, смотреть, кто с кем, как, что. Интересные позиции. Ищем интересные позиции. Так, дебюты. Французская защита. Французы играют. Так, Алехин. Голландская. Так, Гринфельд ферзь d5. Это что за лабуда? Так, e4, e5. Конь f3, f5. Латышский гамбит. Блестяще. Очень злая. Блестяще. Можно уже хлопать в ладоши. Вот так и надо. Так и надо. Так. Я не знаю, какой уровень. Очень злой, но играет очень здорово, на самом деле. Мне нравится. Так, слиперинг тем временем. Дебют гроба успешно исполняет. Очень успешно. Так. Очень успешно. Выиграл пешку. Блестящий медав. Медав. Медава накатили. Но он не дает. H4. Медав в студии. Нападает. Нападенский. Так, дальше. Гармонист тем временем. Разыграл дебют. Дебют и разыграл. Вариант Свешникова разыграл. И, в принципе, стоял хорошо. Может быть, без слона Е7 обойти. Здесь обычно слон Б4 играют. Поточнее, чтобы этого коня на Д5 не пустить. И Мислова Лова у нас Машуля... Сейчас, видимо, будет ставить мат по всем этим полям. Там сейчас и будут какие-то наезды на короля. Смотрите, как подставляется бродяга под линию Б. Я думаю, сейчас мы покажем. Я думаю, Маша сейчас, посмотрев все эти партии на прочес лиги, сейчас покажет свою силу. Так, ну хорошо, идем дальше. Ух ты! Конь g4, смотрите. А, это вообще не та партия, надо прикрыть, подождите. Так, прошу прощения. Те партии, которые уже были сыграны на прошлом. Так, и смотрим, Blitzstream играет как раз-таки против Николая Шуха. Вот пытается тут сейчас какие-то идеи организовать. Очень быстро играет Blitzstream. Вполне возможно, надо коня с b6 перетаскивать в район поля e5, ферзя тоже в район поля a5. Не знаю, в общем, ладья e8 пока аккуратный ход сделал Николай. Мне ход ладья e8 не очень нравится, но с другой стороны, он имеет какую-то тактическую подоплеку. Честно говоря, не уверен, что это хорошая идея. Ну, как есть, потому что сейчас у нас такое время. Время конкретики, да? Дальше смотрим. Пока здесь модель очень четко стоит с перевесом. Должен давить. Потому что два слона и открытая позиция. Пахнет керосином. Юрий Барсук с арестом Вовком играет. И сейчас надо черным коня на e6. Да, абсолютно верно. С нападением на d4. Думаю, что у черных здесь все в порядке. Все под контролем. Можно было брать, конечно, и пешку. Там конь на d2 висел. Ну, это посложнее задача была. Так, Иллермани тем временем очень грамотно пожатал пешку. Сильный слон. Надо его в срочном порядке менять. Он белый, черный должны, соответственно, не позволить это сделать. Так, Виктор 79 тем временем за нас играет. Конь на... Е2, вот такой вот тычок. Белые, кстати, могли конем взять, и просто была бы лишняя фигура. А так, то есть надо еще доказывать, что здесь перевес. Сложно сказать. Идем дальше. Не хочет ходить. Да, мы посмотрели. Мы уже смотрим. Машуля, смотрим за тобой. Смотрим за тобой. Как ты тут матуешь уже. Смотрите, что она делает, а? Сейчас она, наверное, хочет еще эту подвести. Ой, что будет сейчас. Лучше бы я на это не смотрел. Вот это Маша. Так, сейчас покажет, как тут надо. С
ними бороться. Гармонист тем временем разрывает просто на части. Медав тоже матует практически. Уже сейчас последуют удары. Удары, сейчас возможны удары. Какие-то конь А6 угрозы появляются. Кто-то что-то съел уже. Кто-то что-то уже съедает. Так, тем временем конь на А6. Что здесь? Какая-то дикая позиция совершенно. Очень злая, зато съела ладью на А1. Наш А1, прошу прощения. Так, Ваня что-то... Ваня у нас тоже пожертвовал что-то на А8, но... Имеет что-то лишнее, так по виду. Чисто опешечку пока имеет, да? Хорошо. Котлет с пюрешкой пока атакует. Все хорошо. Все-таки блиц это наша стихия. Полагаю, что вот португальцы еще могут в классику как-то с нами побороться, но в блиц мы их просто должны жарить. В блиц мы уж им покажем, как в парках катают. Даже американцы не смогут ничего против нас поделать. У нас школа жизни, как говорится, школа жизни поставлена. Так, Юля у нас слона белопольного ставила против сильного коня Е5. Стратегически неправильно. Но стратегию в топку, как говорится, когда есть конкретика. Опять-таки, да, мы об одном и том же. Вот неосторожно играют черные и позволяют белым сейчас, да, абсолютно верно вторгнуться и организовать пешку H. Это очень большое достижение. Вполне возможно, что это решающая ошибка была от Алоэ Тубаба. Алоэ это известная песня про куклу Алоэта, да? Алоэта, Little Алоэта. Да, была такая песня, по-моему, английская, да? Кухня, а сама кукла, по-моему, французская, если не ошибаюсь. В общем, забавно. Какая-то тут, да, пойдем дальше. Виртуоз ТВ. 64. Интересно. Стратег против Amazing Knight, то есть здесь у белых большой перевес, то есть можно было съесть на D6, но так тоже можно. Котлеточка наседает. Хочет Марию обмануть. Кто хочет Марию обмануть? Не дадим Марию в обиду. Так, ну что, Мария уже все настроилась. А, смотрите, какой наивный француз. Дает шаг просто. То, что ему мат ему... А, так время, конечно. Молодец. Нет, за то, что старается правильно. Молодец. Защита идет. Слон c3. DC. Маша неудержима просто здесь. Просто неудержима. Сейчас еще b3 последует. Вот смотрите, какое отвлечение организовано. Кровожадно Маша играет, все съедает. Никакой жалости. Да, мисс Лова решила исход и выиграла партию. Первую партию с победой, Маша, с победой. Тем временем, смотрите, какая дичь происходит в партии блицстрима. Такое ощущение, что черный быстрее добирается до короля белых, но... У белых тут тоже, конечно, тут такие интриги, что ого-го. Например, могут взять, там ферзь с H5. И кто быстрее, еще неизвестно. С другой стороны, у черных два хода осталось до мата. По-моему, это шах и шах. Поэтому полагаю, что все-таки черные должны быстрее. Но тут есть такой фокус. Короче, я сейчас смотрю, король H8 взяли на шах. А, король D2 уже можно брать здесь. Да, то есть можно ладью брать. Потому что на E3 будет ферзь E3. Неожиданно нет шах. Это как-то совсем красиво. Так, хочу отдать сына в кружок шахмат. С какого возраста? Ему пока что 4. Но вот самое время и отдавать... Пока не поздно. 4 это хороший возраст. 4 это
сейчас в такое время, действительно, советую не откладывать. Так, ну что, белые сейчас хотят такой вот мат банальный поставить. Ладья h7, ферзь g7. Поэтому черт должны сейчас четко отреагировать. Четко. Где четко, как четко? Вот это вопрос. Интересная позиция. Неужто здесь ничего нет? Такого быть не может. Алуэтта, литл алуэтта. Так, ну что, есть алуэтта какая-то. Действительно, я пока вот сам даже не вижу, как здесь поставить мат. Так, фантастика. Так, Владимир Владимирович, надо напрячься. Шаг пока дает. Ну, наверное, Е3 все-таки, да? Е3 и потом все-таки брать на c2 и с шахом через ферзь c3 сыграть ферзь d2, ферзь f2 мат. Да, то есть здесь форсированный мат ставится. Николай, поздравляем. Молодец. Так, Слиперинг тем временем уже вторую партию отыграл или отыгрывает и просит все внимание туда бросить. Бомбит, говорит. Просто бомбит. Да, бомбит. Действительно, просто забамбливает. Так, e4, f5, fg6. Вот такой вот тонкий маневр. Я, кстати, могу лишь порекомендовать следующий раз сыграть g6. Или король f7. В смысле, не g6, король f7. Говорился. Не g6, а g6. Предложил. Да, король f7. Есть такой тоже гамбит. В простонародье он называется гамбит Хангокова. Но об этом мало кто знает и мало кто узнает. Вот. Об этом можно услышать только на стримах. Так. Сейчас прошу прощения. Окей, прошу прощения. Так, ну что, Слиперинг, вся борьба впереди, поэтому сложно сказать, кто кого еще здесь бомбит. Пешка аж у белых есть. Очень злая, тем временем первую партию просто разнесла и играет вторую партию. Очень опасная лишняя пешка, теперь белые хотят длинную рокировку, конь d6. Как бы без вопросов, очень, очень четко. Модель тем временем тоже планомерно реализует преимущество. И, соответственно, Amazing Knight. Забавный конек. Забавный. Так, Лермания тем временем. Бажена Гросс. Выигрывается фигура. Ну, без фигуры, конечно, играть сложно. Времени, конечно, мало, но реализация должна пройти успешно. Хотя, объективно, у черных есть шанс. Если они эту пешку на d5 откосят, то есть они могут вообще не проиграть, как минимум. То есть, единственное, что пешку c надо при этом держать. Да, пешку c. Ать! Теряется конь, смотрите. Как все перекручивается. Надо срочно съедать на c7. Все-таки пытался спасти коня, но была защита. Была защита. Черные опять-таки перекручиваются. Борьба нервов идет. Можно зевнуть сейчас сюда пойти. И зевает конь c3. Да, зевок все-таки произошел. Зевок старше, зевок козырнее, как говорят в таких случаях. Расстроился француз. Говорит Маша и поставила мат ему просто быстро. Такие вот редуты. Редуты построил француз.
И был бит. Был бит просто по накатанной. По накатанной колее. Маша тут сделала все, что от нее зависит. Самое главное, что она вспомнила, что конь ходит буквой Г. И съела ферзя. Так, отлично. Отлично. Победа. И поставили белый мат. Молодец, Маша. Просто молодец. Так, Юрий Барсук тем временем борется против ареста Вовка. И дальше двигаемся. Сложная позиция. Ну, вообще у белых лучше должно быть, потому как сейчас может теряться пешка, то есть можно ее брать два раза из-за связки. Может пешка не устоять. Да, она не устояла. А тем временем Бахаджан вот сейчас в сложнейшем эндшпиле пытается реализовать лишнюю фигуру. Если здесь реализация, ну, по идее, должна быть, да? Король Е2, конь Ф2, как-то очень тонко. Но есть шансы, большие шансы. Тем временем счет пока 44,5 на 3,5. Видите, в блиц французы сделали свое дело, а в рапид, в смысле, они сделали свое, а в блиц уже сложнее. Я не знаю, что будет по минуте, я думаю, по минуте будет получше у них, получше. Так, ну вот Бахаджан, видимо, ничей доигрался все-таки. Да, ну и размены, разменщики пошли. Так, тем временем, через 18 минут будет у нас буллет. Мы пока видим 68,5 на 5,5. Счет совершенно потрясающий. Невероятно, как говорят, да? Но это факт. Итак, смотрим, как наши ребята нагнетают обстановки в разных партиях. И видим, что колоссальное преимущество. Котлета с пюрешкой, главное, выигрывает. А нам больше, в принципе, ничего и не надо. Главное, чтобы у нее было все хорошо. Так, блиц-стрим тем временем с Николаем Шухом пытается отыграться. Коля, Николай у нас, по-моему, сейчас выигрывает фигуру. Я, во всяком случае, не вижу фигуры на доске. А, нет, все поровно. 2 на 2. Что мне показалось, что белых больше. Белых больше на одну пешку всего лишь. Но позиция сложная, потому что здесь у черных есть какие-то тычки, типа g5 где-то может быть. С другой стороны, ферзь где-то на e5 тоже нельзя его туда располагать, заставлять расположиться. Ударов, отвлечений никаких нету, значит, у черных все под контролем. Вот есть ход ферзь c5, зевок. Тогда белый ферзь bf6 наносит удар и съедают. Может быть, на этом был их, была основана их комбинация, потому что после ферзь c5 висело бы две фигуры. Но даже если бы ферзь f6 хода не было, наверное, у белых был бы ход конь a4. А тем более сейчас ход белых. Так, главное, Маша, вопросом по поводу хоста. Есть ли у меня этот право сделать хост на Мишу? Вот это вопрос. Дали ли мне эту возможность? Так, тем временем вот как раз получилось то, что я и говорил. Получился вот этот вот размен получился. Белый очень. Ну, белый большой перевес, близко к выиграм. Надо просто сделать несколько четких ходов. Король g2, e3. Выгнать коня из центра, все хорошо. Так. Да. Да. Ну, кому-то, да. В общем, в блиц может играть, да. То есть, ну, хорошо.
Смотрим, пока партии 79,5 на 7,5, счет. Гармонист тем временем. Гармонист попал под раздачу. Гармонист, к сожалению, замотовали. Да, вот, вот вам и гармонист. На последних секундах не удалось. Не удалось. Так. Смотрим пока за главный. Хорошо, хорошо, значит, сделали все-таки. Просто в тот раз у меня такой, возможно, пермишена такого не было. Окей, хорошо. Итак, ну что, здесь дело техники. Посмотрим, насколько технично сможет реализовать Николай эту позицию. В принципе, здесь сложного ничего особо нет. Ладья на А4, мне кажется, была более мобильно. Ну, решил поставить ладью на С2. Так тоже, в принципе, можно. Проблем здесь никаких нету. Окей, хорошо, Маш, давай тогда на связи. Приходи еще. Спасибо за победу. Так, тем временем Ваня у нас тут нагнетает. Смотрите, как красиво он играет. Двух коней поставил, съедает на Е6. Сейчас все будет есть, объедалово устраивать. Спасибо деду, да, да. Ну и, видимо, как-то ладья С6, потом пешки Б6 опять упадут. Да, то есть колоссально, колоссально все правильно делает Ваня. Джованни Джорджо. Вот итальянец записался играть за французов. Ну тут играют не просто французы, играют французоговорящие страны. То есть это те же бельгийцы, например. То есть те же наверняка и испанцы, возможно, какие-то. То есть почему бы и нет. Поэтому что тут говорить. Все, кому не лень, все, кто по-французски хоть немножко разговаривает. Сейчас я возьмусь, за них включусь вообще. Так, вот будете смеяться. Так, но своих я нет, я не предаю. Так, поехали. Так. Бажингрос играет киллермания. Первую партию выиграл. В принципе, расположение фигур достаточно интересное. Белый, кстати, тоже тут такие, в общем-то, грамотно все расположились, распорядились. Может быть, поставить пешку на b4, чтобы ладья активизировалась. Может быть, не стоит этого делать. Сложный момент, потому что пешки назад, как известно, не ходят. Да, сегодня как раз-таки Александра с Валентиной сегодня будут бороться за первый приз. Напомню, что этот турнир проходит в Америке. И очень интересное положение перед завершающим по турам. Все будет решаться в очном поединке Александра и Валентина. Кто победит, неизвестно. Полнокровная борьба. Так, хорошо. Тем временем Николай у нас получил еще одну лишнюю пешку, успел отъесть. Но у черных появляется шанс организовать проходную. Вот шанс очень интересный. Но с другой стороны, пешки уж слишком много их лишних. Вряд ли здесь что-то будет серьезное. Тем временем счет по блицу еще больше увеличивается. 94-10. Вот такой вот сейчас счет. Просто разгромный. Громим французов. Ваня выиграл. Молодец. Мы смотрели за твоей партией. Все было под контролем. Все было сделано по высшему разряду. По высшему разряду. Так, смотрим дальше. Тем временем Рокс 67-89.
имеет определенные вопросы с королем, тем не менее. Черных все равно все надежно. Слон пока контролирует ряд полей. Ну, в общем, надо считаться с ходом конь d6. Но, как ни странно, черным надо делать рокировку, пока не поздно. Но надо всегда думать о том, что ладья d7. Что делать на ладья d7. Поэтому вот такой вот обман зрения. Теперь ладья d7 отъедается. Важный слоняр. Так, ну здесь Николай уже доводит дело до победы железной рукой. Да, но сможем ли мы соточку пробить? Соточку должны пробивать. 94-10 это уже солидно. Солидно. Сложно, сложно французам противостоять, потому что все-таки у нас... Да, смотрите, ладья e8 для того, чтобы избежать патовых идей, потому что после c8... Я не думаю, что там был пат, но на всякий случай защититься, перестраховаться не ошибка, потому что целый чемодан пешек на королевском фланге должен решить исход борьбы. Так, хорошо. Смотрим дальше. Вот та вот партия, где белые очень грамотно все проводили. Вот сейчас ладья на c7. Здорово, здорово, пока играют белые эту партию. Взять надо королем, да, то есть вообще никаких претензий. И пока, честно говоря, даже не дают никаких шансов. Сейчас за пешкой d белые зайдут. Очень, очень жестко, очень четко играют. Так, тем временем. Подходит к концу блиц. И не забывайте, у нас еще буллет. Буллет будет через 8 минут. Завершающая дисциплина, которая подведет итог, подведет черту сегодняшнего противостояния. Итак, ферзь h4. Видим, здесь рок с поддавлением и без фигуры. Да, но белые здесь тоже как по нотам провели эту партию. Фиде Мастерс солиден как скала. А, нет, как ладья. Мне показалось, под рок написано. Это рук. В общем, казался просто монстром. Монстром. Итак, я пока скажу, кто набрал 2 очка в блице. Так, сейчас будет обновление. Николай Шух. Виктор 79. Фио Миша Баранаускас. Ничего себе, за нас играл Баранаускас. Сам Баранаускас играл. Это здорово. Юлия Думчева обыграла Алуэту. Блестяще Алуэта подставила. Дальше. Виртуоз. Истил. Айстил. Астроферс опять-таки, Кришторный. Честроты Грейт. И, соответственно, Арам 27, Дэн 3СА, Александр 75-24, Ред Борис, Челябинский, Челядинский, прошу прощения, Майк Чизер, или, а нет, Майк Честер, да, мне показалось, ну и котлета с пюрешкой. Ива 182, Иван, значит, Эртугруль Гази. Похоже, что какие-то турецкие шахматисты за нас играли. Мэдмен МК, Вандерер, очень злая, без проблем, без даже сомнения. Алексей Шляпкин, Людмила 86, Задоля, Дмитрий, Дэн Гитарист. Нектерник, Кем-то Пристон, Слипери Инк, Димка 2008, Медав. Поздравляем. Иванушка 07. Сергезу. Кенгуру. Джестер Гост. Тайт оф игноренс. Наконец-то мы тебя заметили, братишка. Посмотрим даже твою партию, так как ты устал от того, что тебя
не замечают. Но давай посмотрим. И посмотрим. Может быть, все-таки. Не скажем тебе, как доктор, да, меня все игнорируют. Какая у вас проблема? Меня все игнорируют. Следующий. Известный старый анекдот. Так, ну что же, вот. Игнорируют-то, игнорируют. Смотри, как все поел-то, а? Хитрец. Ай да хитрец. Так, построил батарею F3. Блестящий. Здесь, а. Так, все по понятиям. Я даже не представляю, как тут можно такое игнорировать. Потрясающе. Поздравляю. Браво. Браво. И, соответственно, до конца уже дойдем. Что там осталось? Чес Федосеев Сансан. Ару 5200. Флойд 13. Степан Бухарков. Гармонист 67. Что, 4 партии, что ли, сыграл? Даже не понял. Вид. Не слово лова, естественно. И все, собственно говоря. Если кого-то... А Базилиус у нас еще шансы есть все, что он принесет нам еще одно. Очко нет, он отбивается. Отбивается, ну, должен сделать ничего, я думаю. Хотя всякое случается, может быть, и снесет флаг. Кто знает, кто знает. Мне удалось трижды отомстить за поражение в первой партии, сказал Николай, и был таков. Что ж, мы тебя поздравляем, спасибо тебе. Видите, люди у нас мстят просто. Вот так вот злобно катают и мстят. Николай, я не знал, что такой жестокий. Но все-таки дружественный матч. Дух мщения. Ой, что делает Бажингрос? Куда пошел краб? Видимо, мышка соскользнула. Видимо, соскользнула мышь. Печаль. И киллер Мания победил. Соперник сдался. Да, вот такой вот подарок судьбы. То есть буквально, видимо, соскочила мышь, зачем-то ушел назад. Видимо, король Е7 хотел, конечно. 111 у нас счет. 111. Очень приятный разгром. Явка в буллете плачевная. Буллет через 2 минуты, поэтому все на буллет, все на буллет. Амадей, правда, еще играет. А буллет сейчас начнется. О, отвлек слона и... Блестящий. С ферзем с лишним. Вот так обманул. Модель блестящий, молодец. Тоже 2 очка добавляет в копилку сборной. И счет 101-11. Ну что же, вот так вот мы как-то с ребятами вошлись. И сейчас будет минуточка, минутная, прошу прощения. Минутки будут. Меньше чем через минуту начнутся минутки. Да, давайте быть, как говорится, дружными. Так, ну что, я не знаю, может быть, и мне скатать по минуте. Не, ну мало времени, не успею я даже присоединиться. Не буду я играть. Меня опять обыграют. Или все-таки надо? Поставьте плюс, если вы хотите, чтобы я присоединился. Если соберем 50 плюсов, я, наверное, присоединюсь. Или вы ставьте быстрее минусы. Потому что прокомментировать здесь будет очень сложно. Не надо играть. Все, я уже понял. А уже все началось. Ха-ха-ха, я вас всех обманул. Ставьте дальше. Так. Так, поехали дальше. Итак, Кимбай Бахаджан у нас играет. Что это было? Съел пешку, вернулся обратно. Как так получилось? Какая-то феноменальная позиция. Так. Я думал, какая-то ничья тут. На самом деле все только начинается. Ну, давайте посмотрим
Основные партии. Вот так вот. Вот такая вот идет битва. Просто битва титанов просто. Страшный человек Кевин, конечно. Такие позиции он знает, как... Не знаю. Ну, в детском садике его еще учили так играть, поэтому... С ним лучше не шутить. Уже готовится нанести удар. Так. Я запомню всех, кто мне поставил плюс. И тех, кто мне не поставил плюс. Я все доложу завтра же. Всем в бан идут. Все завтра же в бан отправляются. Всех в бан. Все, я так решил. Вот, поэтому ставьте пока плюс, пока есть еще у вас, как сказать, доверие. Доверие пока еще, кредит я оставил вам, ладно. Вот, тот же сразу пошло. Сразу же все пошло. Ставьте, пока не поздно. Так. Итак, Николай Шук у нас. Итана Сая пытается обыграть. Так, Виртуоз тем временем пытается тоже коня на e5 выдрузил. Работает с конем. Молодец. Так, Юля у нас решила весь матч сегодня отыграть. Непросто. Выигрывают черные качества, но кони это голова, это сила. Кони могут давать шахи, могут прыгать. Так, тем временем уже первые победы пошли. Первую победу уже есть. Это очень здорово. Ива 182 у нас тут катает против Кудо. Так, уже победы. У нас лишние ладьи с дебютов. Так, Медав давит с лишней фигурой. Ну, более того, видите, гораздо все быстрее происходит. Мы уже лидируем с каким-то счетом. Я так полагаю, сейчас будет какое-то небольшое обновление. 7-1 пока счет, пока мягкий счет. Играет, правда, не так много людей. То есть 78 человек всего. То есть мало досок. И, соответственно... Мы посмотрим, значит, чем все это закончится. Значит, напоминаю пока все, кто смотрит и слушает, что следующий матч состоится в следующую пятницу. Решающий матч со сборной Португалии. Они выиграли все свои матчи. То есть будет решающая битва. Битва за место под солнцем. Так как, напомню, что лучшие игроки... Команды, которые выиграют все матчи, будут награждены годовой подпиской Chess.com. Значит, об этом вы можете прочитать более подробно в описании. Это все есть подробно, если какие-то команды здесь. Дикий Мэн проводит рейд. Спасибо, Дикий Мэн. Привет. Привет всем от Дикого Мэна. Итак, смотрим. Здесь у нас какие-то дикие совершенно битвы проходят. Белые идут за пешкой Б и пытаются быстро организовать. Точнее, не так даже. А без Б4, а сразу же организовать вот такой прорыв. А4, С5, пешка побежала. Немножко неточный ход. Но время было мало у Николая, то есть он все равно двигает все правильно, двигать пешки надо.
Двигать надо пешки очень быстро. Пешка А очень быстро бежит, а пешка Е блокируется королем всегда. То есть поэтому. Ну, король Е4, пока ход есть, А2, конь Е4, да, грозит теперь Е2. Надо спасать. Спасаться, как говорится, спасаться. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как известно, поэтому пешка все-таки проходит и побеждает. Николай, я не думаю, что что-то произойдет. Так, в других партиях быстренько мы побежали дальше. Здесь вот Blitzstream выиграл первую партию в своем излюбленном дебюте в этой атаке гроба. Поэтому здесь ничего нового не произойдет. Значит, опа, два ферзя целых. Роман тут поставил уже Матецкий. Матец уже поставил. И Ива. Ива у нас играет против Кудо. Как-то так. Так, ладья на Е1, ладья на Е8. Пока противостояние ладьи. Карина стоит очень крепко, надежно, молодец. Все хорошо. Рокс увеличивает преимущество в партии против Infinity Student. И возвращаемся к очень злой. Очень злая просто поставила мат. Я не знаю, как просто разрывает в каждой партии. Просто в клочья. Действительно, не позавидовал бы я никому, когда с вами встретится очень злая. Это очень опасно. Так. Тем временем Юля у нас в известной позиции сицилианской. Тем временем смотрим, как латышский шахматист, который решил вступить, значит, в сборную Франции, так сказать, даже показывает какие-то теоретические познания, то есть играет достаточно разумно, скажем так. Очень даже разумно. Интересная позиция, интересная партия. Все, отмучился на плюс 6, говорит Джестер Гост. Поздравляем, молодец. Отличный результат. Приходи в следующую пятницу. Ты нам нужен. Ты нам нужен. Ты нам нужен обязательно. Так, слон на b7. Тем временем виртуоз просто блестяще. Даже вот на ладью на свой не посмотрел. Поставил слона на b7 и был таков. Вот так и надо. Так и надо играть. Гранд Чес Блиц тем временем, по-моему, не играет. Это не относится к матчу. Просто партия. И виртуоз сейчас где-то ударит на e5, я так чувствую, где-то какие-то удары уже нависают. Нет, все-таки не нависли, что-то другое будет. Тем временем, счет сейчас будет сейчас обновиться, потому что здесь счет уже 51,5 на 6,5. Вдумайтесь в эти цифры. Вот такой вот разрыв. Так, вот мы работаем с ребятами. С ребятами мы работаем жестко. Жестко в корпус. Так. Ну, давайте посмотрим, что у Юли творится. Это, в принципе, интересно. Здесь у черных есть идеи, связанные с движением пешки А и Б. Но это надо еще исполнить, потому что у белых все-таки два слона, открытая позиция. Оп. Вот как раз-таки какое-то заползание было образовано, организован шах в один ход. Кстати, очень четко схвачено. Похоже, что теряется ладья. Нет, не теряется пока. Хотя как не теряется? Сейчас теряется здесь, как минимум. Может быть, сейчас какие-нибудь удары еще последуют. Ну, наверное, проще всего просто взять. Да. Взяли на b2. И так, не обращает внимания, кстати, белые на пешку c2. Очень интересная игра. Белые тем временем грозят матом в три хода. Шах, шах и мат. Фантастика. Какой ход сделали. Ну, надо как-то спасаться. Королем бежать сразу. Защищаться. Так, защитились. Какие нервы. Какая экспрессия.
Есть такой вот ход сейчас. Слон А5, но будет шах. Смотрите, давай, отвлеки. Слон А5, нет, не смог отвлечь. Так, главное сейчас не зевать. Слон А5 сейчас грозит. Так, правильно. Держать оборону, держаться как только возможно. Интересная партия. Два слона здесь против двух неудачно расположенных фигур борется. Тем не менее, такой хитрый намек и блестящая ловушка сыграла на некоторое время свою роль. Но белые все равно вяжут. Посмотрите, белые грамотно очень вяжут. И вообще, на самом деле, конечно, их позиция не должна быть опасной. Тем временем на d5 слон висит. На а5 черные не отъели, поэтому а4, все разумно. Король на b7. Секунды решают сейчас, смогут ли удержаться черный или белый. Надо срочно кинуть подлянку, как говорит. g4 в какой-то момент отвлечь от этого времени. И g4 надо где-то дернуть. Да, смешно. Король побежал. Прибежал король. И где-то d5, e4 прорыв будет. Король прибежал и d5, e4. d5, e4. Не хочет Юля играть d5, e4. Сбивай флаг. d5, но не здесь же e4. Про короля на e3 надо было это делать. И тогда была победа. Короля на e3 и e4. Ну что ж такое. Короля на g3. Дара, ну так тоже можно. Победа, добивается Юля победы. Блестяще. Не умеем блицевать, говорит Григоров Серж. Ну, ничего страшного. Научим. Да, какая битва титанов, да, и блестяще просто. Концовка блестяще. Ну, видите, мы всех партий не смогли посмотреть, потому что все-таки их слишком много. Итак, закончился матч. Мы выиграли блиц со счетом 69,5 на 8,5. И мы сейчас, ребят, не разбегаемся. Не убегайте. Значит, я всех поздравляю, кто участвовал сегодня в матче. Вы молодцы. Молодцы, что приходите, то, что вы участвуете. Главное, что вы побеждаете. Это очень важно. И у нас остается последний шаг. Следующую пятницу, то есть когда мы будем играть против Португалии, мы, соответственно, должны постараться доказать, что мы все-таки сильнейшие телезрители, как минимум, в этой битве. Поэтому я вам всем желаю успехов, доброй ночи. Ну, а тем, кто хочет еще провести хорошее время за шахматами или просто в хорошей компании, бегите сейчас будет хост на канал Ганика, и, соответственно, он вам покажет сегодня, будет королем арены. Ну, а я с вами прощаюсь, уважаемые телезрители. С вами был Владимир Добров. Успехов во всех ваших делах и начинаниях. Ну и счастья, любви и терпения. Пока. Всем пока.